Знакомство с Александром Володиным, великим драматургом, состоялось при работе над спектаклем «С любимыми не расставайтесь» в театре имени Ленинского комсомола. Ну, теперь это театр «Балтийский дом». Гаврилин восхищался талантом Володина. Потом знакомство продолжалось. Машинописные листочки со стихами Володина, ведь он никогда не издавал своих книжек, Валерий Александрович бережно хранил. А потом, когда их накопилось много, переплел в две тонкие книжечки. Через много лет появилась песня на стихи Володина «Девушки бегут» и «Романс, простите меня». Так, а это мой все ваши. Спасибо. Оленьки. Она еще сразу. Да, Оленьки.